момента назначения Георгия Лорд-Кипанидзе он провел немалую работу. С первых дней он поставил себе задачу снять блокпосты и убрать милиционеров с оружием с улиц. Еще одной задачей стала борьба с коррупцией. Но все это было бы невозможно без сильной сформированной команды, которая не только нанесет удар по преступности, но и будет надежной защитой и опорой для одесситов. И вот Одессу замело не на шутку. Снежная буря принесла много проблем в городе и за его пределами. Спасатели и полиция работают в усиленном режиме. Заботясь о безопасности жителей и гостей города, национальная полиция во главе с Георгием Лорд-Кипанидзе перекрыла движение на Киевской трассе. Машины из города не выпускают, а фуры отправляют на стоянку. Фуры мы разворачиваем, отправляем в город, то есть паркуем их на заправках. Там проблема, что эти фуры, которые стоят там, мы же их просто с дороги сшибли, реально переставили, но там что, если у них какая-то проблема будет, кто будет? Нет, они постоянно ездят, патрули подходят и спрашивают. Нет, постоянно спрашивают, или чай надо, или горячий что-то надо. А до утра это 24 часа будут они патрулироваться. Да. Когда природа берет свое, важно вести слаженную работу, и ранги тут уже не важны. Перед погодой равны все. Под личным руководством Лорд-Кипанидзе и с его непосредственным участием вместе с личным составом полиции он, несмотря на холод и метель, помогал людям, попавшим в беду. Но, по крайней мере, в любой момент должны готовиться, что надо ее открыть. Вот сейчас эта большая техника целую ночь будет работать и почистить как можно поскорее. И потом под утро уже будем знать. Пусть у нас будет оперативная ситуация. Помогаем, если какая-то проблема, чтобы помочь. Надо до утра так ездить, патрулировать и как это, оказать какая-то помощь, чтобы увидеть, какая дорога. И что будет до утра, еще не знаю. Тут сел просто, слетел. Сейчас аккуратно, пусть чуть вперед. Сейчас, подожди. Вместе с дежурными Георгий Лорд-Кипанидзе помогал откапывать застрявшие машины. Легковые автомобили по мере возможности доталкивали до ближайших заправок, чтобы люди могли отогреться, а тем временем их транспорт охраняла полиция. Все вместе, подожди, подожди. Раз, два, три, давай, 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 давай. Поворачивай, давай, давай, давай. Оставаться вместе с дежурными до утра у начальника нацполиции возможности не было. Нужно было ехать на совещание к губернатору, чтобы решить, как же быть с дорогами и когда открывать трассу. Но просто так патрульных Георгий не оставил. Прежде чем покинуть пост, убедился, что они снабжены всем необходимым и находятся в правильном расположении духа. Да, есть лопата, есть бензин, все нормально. Связь есть, если что у нас. Если что нужно, будет звонить, обязательно. Когда движение на трассах восстановят, неизвестно. Это зависит исключительно от погоды. Ну а пока национальная полиция во главе с Георгием Лорд-Кипанидзе делают все возможное, чтобы в непогоду одесситы были в безопасности и им было на кого рассчитывать.